Я еще об одном блюде из кабачков. Это жареные кабачки. Кабачок почистили, нарезали вот такими дольками, 5 миллиметров, 7 чуть больше. Сковородку поставили на газ, налили растительное масло. Она раскаляется. Взяли муку и ее подсолили в муку. Сковородочка у нас раскалилась. Мы берем наши кабачки, макаем подсоленную муку и выкладываем на сковородку. Не огонь, и на раскаленном масле жарятся наши кабачки. Вот мы поднимаем кабачок и видим, что у нас одна сторона уже, видите, подрумянилась. Теперь мы кабачки вот так переворачиваем на другую сторону. Эта сторона у нас красивая, смотрим, что на той стороне. Она такая же. И снимаем со сковородочки кабачки. Вилочка прокалывается мягенько. Ходит. Вот видите, с одной и с другой стороны красавчик. Подостынут. Сметана с чесноком, кто любит с майонезом, и будет очень вкусно. Эта серединочка еще поджарится. Приятного аппетита!